касательно Дана. Вообще в московском метро, так как она столица, всегда что-то происходит, да, какие-то теракты. Я не говорю, что это был теракт, но как бы тоже очень как-то все странно, если честно. Поэтому столько людей как бы так разворотило вагоны прямо вообще. Поэтому ну, я думаю, опять же, нужно следить, чтобы больше занимались, ну, контролировали. Ну а как еще больше? Техническое содержание, как техосмотр делали, потому что это, конечно, ужасно. Просто вот мы были как раз в Питере в этот момент. У меня мать сказала, если бы ты была в этот момент в Москве, я бы, говорит, вообще, мне, наверное, сердечный приступ случился. Потому что мы тоже часто, естественно, ездим на метро, потому что пробки и так далее. И очень страшно просто спуститься и уже не подняться. Это, конечно, не дай бог.